Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ульяновск Патруль. Теперь вы можете смотреть и видеть нас на новостном портале «Ульяновская правда». Итак, друзья, мы прибыли сегодня в дождливую погоду, чтобы поддержать нашу любимую ульяновскую команду. Ульяновская «Волга» сегодня сразится с пермским «Амкаром». Я болею только за ульяновский клуб, он болеет за «Амкар». Кто проиграет, тот у нас и будет выполнять наказание. Мои 5 аргументов, почему я болею именно за ульяновскую «Волгу». Во-первых, свое поле. Потому что поле у нас здесь нестандартного размера, и «Амкар», возможно, не привык играть на искусственном. Отчасти чемпионат он много проводит матчей на настоящем поле в гостях, потому что дома у них все-таки искусственное. Во-вторых, это, конечно же, болельщики. Забивной тренер – это мой 3-й аргумент. Дальше я хочу сказать о том, что стадион, естественно, будет полон, все будут гнать «Волгу». Дождливая погода должна нам помочь, потому что «Амкар» играет более, наверное, техничный футбол. Поэтому я болею сегодня только исключительно за ульяновскую «Волгу». Давайте вас послушаем мнение Антона. Друзья мои, я хочу сказать, что Артем немножко слукавил. Я тоже, естественно, болею за ульяновскую «Волгу». Но в рамках этого формата я выступаю как, ну, не поддержка даже, а мои аргументы пойдут за «Амкар». Первый аргумент – это, естественно, «Амкар» – команда классом выше. «Волга» играет во второй лиге, «Амкар» выступает в премьер-лиге. Второй мой аргумент – «Амкар» сейчас находится на подъеме и занимает 3-е место в чемпионате России. Третий аргумент за «Амкар» – то, что Гаджиев – прекрасный тренер, и он не раз себя показывал как, ну, качественный специалист. Четвертое. Ну, на мой взгляд, старт не совсем домашний стадион для «Волги». На труде поддержка была бы намного круче. И, ну, я даже уже не знаю, что говорить. Мне кажется, и 5-е стремление «Амкара» именно к кубковым матчам, то, что еврокубковые играют, шанс для «Амкара» прорваться именно через Кубок России. А я еще хочу сказать еще один аргумент в пользу «Волги», потому что много молодых футболистов, и они готовы показать себя перед премьер-лигой. Для «Волги» важно пройти дальше в Кубке. Это большой ажиотаж для болельщиков, большое спортивное достижение для Ульяновска. Ну что, приступим? Что вы ожидаете от сегодняшнего матча? Ну, ожидаю, что «Волга» выиграет. Победу жду немножко, чтобы выиграть. Хорошие игры, да. Ну, вот и дождик. Ну, что, «Амкар» выиграет «Волгу», скорее всего. Вы считаете «Амкар» более слабым соперником, которые могли приехать к нам из премьер-лиги? Достойный соперник, да, достойный. Нет, не слабейший. Команда на 4-м месте сделает как можно слабейший вариант. Скорее всего, да. На что вы надеетесь все-таки сегодня? «Волга» сможет победить «Амкар» или нет? Или какой у вас точный прогноз? Точный прогноз? 3-0, 3-1, вот так вот. «Амкар». Да, «Амкар». Ну, я думаю, что будет 1-1 или 0-0. И «Волга» выиграет по пенальти. 2-0, 3-0. Что ж, друзья, приступим к оценке такого параметра, как посещаемость. Матч такого уровня случается в Ульяновске нечасто, и я считаю, что зрителей могло быть на таком матче, конечно, и побольше. Я поэтому поставлю оценочку 3. Я с тобой, Антон, категорически не согласен, так как был проливной дождь, он шел целый день, и поэтому многие из центра не могли просто добраться до стадиона, поэтому моя оценка 4, я считаю, что народу было достаточно много. Ну что, ребята, у нас прошли, наверное, первые 15-20 минут. На табло, к сожалению, нет времени. Пока игра, я скажу, довольно равная. И самый такой, по сути, опасный момент был у ворот «Амкара». Так что
пока команда наша смотрится не совсем плохо. К сожалению, мы не смогли заснять этот момент, и я поставил на Волгу, и сейчас я действительно готов поверить, потому что футбол здесь комбинационного никакого, бей-беги, да поле мокрое, футбола толком нет, но в борьбе мы можем превзойти соперника. Да, потому что Волга, она привыкла бороться за каждое очко, хочется сказать. Ну так оно и есть, за каждое очко готова бороться. Наша команда. Привык, вот силовая борьба на плохих полях. 1-0, 2-1, и мы готовы. Все. Затолкать. Будем болеть за Волгу, друзья. Итак, друзья, тут чистейший пенальти, ворот Амкара не поставили, рукой защитник Амкара прокатился по мячу и не поставил судья 11-метровый, который честно заработал нашу Волгу, и опять второй супер голевой момент, который создаем именно и мы. Момент был опаснейший, друзья, градус игры пошел, погода отвратительная, поле отвратительное, но футбол живет. Посмотрите за нарушение. Итак, друзья, только Волга, только победа. Итак, друзья, первый опасный момент у ворот Волги возник, но наш вратарь прекрасно справился со своей задачей и потащил из нижнего от него правого угла. Что ж, друзья, смотрим дальше, уже Волга нас съедает на ворота соперника. Итак, друзья, следующая наша оценка – это организация. Но я считаю, что организация была на высоком уровне, потому что нам, как для прессы, выделили специальные манишки, мы могли снимать за воротами, пропускали с билетами, никаких пререканий не было, поэтому моя оценка 5. Я согласен в этом случае с Артемом абсолютно полностью, я тоже поставлю 5. Никто из зрителей на поле не выбежал, никакой толкучки перед стадионом не было. Конечно, возможно, потому что зрителей было, конечно, не полный стадион, но все равно. Поэтому я тоже поставлю, как еще раз повторю, 5. Как вам игра команды «Амкар» в первом тайме? Честно говоря, мне не очень понравилось. Не то чтобы игра нашей команды, сколько те условия, по большому счету, сейчас мучаются на поле. Причем что наши, что ваши. Дело в том, что, ну, на самом деле, я думаю, что и ваши ребята могли бы показать более интересную игру. И наши тоже, будь там не болото, а на самом деле хорошее поле. Вот. А в целом, ну, вроде, насколько я знаю, тактическое расположение нашей команды, играют они так, как, в принципе, играют и в премьер-лиге. То есть настраивались на соперника более чем серьезно. Мы прекрасно понимаем, к тому же знаем уже результаты, что вылетели ЦСКА, вылетел Спартак, поэтому нет слабых соперников в кубке. И здесь совершенно точно битва, к тому же перед своими болельщиками, я думаю, Волге хотелось бы победить. К тому же, ну, в принципе, и команда наша достаточно известная в премьер-лиге и начала хорошо. Поэтому пока идет все так, как надо, я думаю, что в любом случае победит сильнейший. Что, на ваш взгляд, должен показать Амкар во втором тайме, чтобы добиться победы? Мне кажется, что нужно чаще бить издали. Потому что при таком футболе совершенно точно никакая комбинационная игра, на которую, собственно, и сделала ставку, и делает ставку Амкар, играя в премьер-лиге, здесь не получится. Передачи не проходят, мяч буксует. Причем я так думаю, что здесь, к большому сожалению, опять же, из-за погоды результат будет определен случаем, а не мастерством футболистов. А здравствуйте, как вам впечатление об Ульяновске? Ну, город, в принципе, неплохой, но погода, к сожалению, портит впечатление о городе и о стадионе. А как, по вашему мнению, ваша команда провела первый тайм? Ну, сложно ответить на вопрос, потому что погодные условия не позволяют показать тот уровень, на который способна наша команда. Удивила ли вам черта Ульяновская Волга? Нет, ничем не удивила. Итак, друзья, начинается второй тайм. Равная борьба у нас пока. Все интересное впереди. Финтер. Включай, включай. Какой момент, скажи? Какой момент сейчас был, дорогие друзья? И только отважный прыжок Хомича спас Амкар от пропущенного мяча. Волга давит, дорогие друзья, Волга жмет. Ай-яй-яй.
Итак, друзья, до конца матча 26 минут, но игра идет до первого гола. Кто первый допустит ошибку, тот сегодня и проиграет. Ну а команда победитель, я думаю, решится, ну я не знаю, если не в основное время, так дополнительное. Но я надеюсь, что первую ошибку допустит Амкар, потому что Волга, как мне кажется, в борьбе Амкар переигрывает. Ну, друзья мои, сейчас Амкар очень опасно огрызнулся, и только мужество нашего вратаря спасло Волгу от той самой ошибки, о которой недавно сказал Артем. Продолжаем следить за этим увлекательнейшим матчем. Итак, друзья, переступаем к третьей оценке. Это качество самой игры футболистов и команд. Итак, ну, Волга меня, если честно, удивила. Она играла довольно неплохо, на равных с Амкаром. Даже в некоторых моментах, наверное, превосходила. По опасным моментам, мне кажется, у нас было больше. Но поле не позволяло играть совершенно. Поле просто болото. Играть там было нереально. И за качество игры, ну, все-таки, ну, 3. 3 я поставил. Ну, качество игры «Волги» страдает с даты основания клуба. Но про «Амкар», кстати, можно сказать то же самое. Хоть там и пресс-атташе говорил, что «Амкар» привык играть у нас в острый атакующий пасовый футбол. Это, конечно, тоже было весьма смешно. Но полтора здесь. Артем приборщил, конечно, с тройкой. Игры не получилось совсем. Футболисты как свиньи в грязи возились. Было видно, что все хотят побыстрее пенальти. Особенно вот в последнем вот дополнительном тайме было это хорошо заметно. Полтора. Через дополнительные таймы мы готовы увидеть серию после матчевых пенальти. Итак, друзья, первый пенальти – это гол! 89-й номер ульяновской «Волги» открывает счет. 1-0! Итак, друзья, игрок, капитан Амкара, удар! 1-1! Издевательски по центру пробил. Команды «Волги» удар! 2-1! Итак, друзья, удар Амкара и 2-2. Ну тут, по-моему, верхний угол. Итак, друзья, третий удар игрока ульяновской «Волги». 29-й номер, удар. Комич. Комич тащит. Итак, друзья, Амкар бьет. Ну давай, вратарь, тащи. Удар. Ай-яй-яй. Итак, Алексей Цыганцов у мяча. Нужен, нам нужен гол. Нужен гол. Алексей. Комич почти был близок. Итак, друзья, если этот пенальти Волга Ульяновская не забивает, то мы проигрываем, к сожалению. Итак, четвертый номер у мяча. На игроке Волги. Заминочкой пробивает комнату. Ай-я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 й. Амкар в 1-8. Матча. Ну, сразу после игры тяжело, конечно, поделиться. Ну, огорчены, много сил отдали. И, в принципе, по игре, я думаю, переиграли, моментов много было. Обидно проигрывать такие матчи. Считаете, чего не хватило для победы? Ну, а где, думаю, где-то наглость спортивная. Много моментов было, не могли в завершении как удачно сыграть. Вроде и по игре не сказать, то, что проиграли, я думаю, даже переиграли. Где-то и удача, я думаю, везение. Серия пенальти – это уже лотерея. Там кому больше повезет, тот и выиграет. Как вы видите, дорогие друзья, ставочки-то на «Волгу» – это гиблое дело. И Артем на этом прогорел и готов выполнить жгучее наказание. Оно будет состоять в том, чтобы обмакнуть перец чили в горчицу, съесть его и заесть ложечкой ядреной горчицы. Приступай, Артем. Ну, давайте я сначала обмакну в горчицу. Сейчас ложку достану. Ой-ой-ой, друзья, мне уже страшно. Что, как ощущение? Очень плохо. Но... Страдай. Страдает пусть, страдает. О, нет, я больше на такие фигни подписываться не буду. Это он про ставки на «Волгу». Ну что ж, дорогие друзья, Артем пришел в себя после этого, так скажем, не самого простого наказания. И мы готовы с вами попрощаться. Подписывайтесь на новостной портал «Ульяновская правда». Подписывайтесь на группу «Ульяновск новости». На группу «Ульяновск-73». На нашу группу ВКонтакте. И помните, дорогие друзья, дальше жестче. Волга, Волга, мы гордимся тобой, ты преодолеешь.